Всем привет! Сегодня у нас 20 июня, и у меня вот здесь около дома уже отцвел кишмыш мускатный. Я вам про него уже в прошлом году показывала. Само название подтверждает сортность, потому что мускат у этого кишмыша настолько сильный, что не каждый его даже, можно сказать, и любит. Например, я не могу его много есть, потому что его мускат меня аж слишком, он такой уже мускатный. Вот. Но в этом году второе плодоношение. Посмотрите, какие огромные грозди. Вроде бы все пылилось. Типа трясем, ничего не осыпается. Вот. По две грозди. Еще ничего не обрезала. Ну, мускатный можно выращивать неукрывным способом. У меня у родственников, как я уже рассказывала ранее, растет на улице вот примерно вот такая шпалера. Они его не укладывают на землю, не укрывают, они его просто подрезают. Бывает, когда он вымерзнет немножко, бывает, что все хорошо, то есть год на год не приходится. Но, тем не менее, этот сорт у них растет неукрывным способом. И здесь же рядом у меня растет кишмыш запорожский. Нет, не так сказала. Подарок Запорожья, да. Подарок Запорожью. Я просто в прошлом году он плохо опылился, и я на него говорила кишмыш. И вот подарок Запорожью только начинает цвести. И я думаю, что, наверное, он опять в этом году не опылится. Скорее всего, ему нужен опылитель. И если он не опылится, значит, я его отсюда уберу. Потому что мне он здесь не нужен, такой сорт. Значит, придется от него избавляться. И тогда придется тут садить какой-нибудь другой сорт. Вот. Потому что в прошлом году это действительно был кишмыш. Ягода мелкая, без косточки. Ну, в общем, мне не понравилось. Ну, посмотрим, как вот в этом году. Я смотрю, что гроздочки небольшие, маленькие какие-то. И что-то мне не сильно и нравится. А вот здесь наоборот. Смотрите, какая огроменная гроздь. Зато завершковалась лоза. Может, придется удалить ее. Да, вот какие грозди. И вот. Кишмыш мускатный – это желтая такая ягода янтарная в спелом виде. Ягоды небольшие, но их много. Вот так сейчас выглядит у меня кишмыш мускатный.